Здравствуйте, дорогие зрители! В сегодняшнем видео я вам покажу, как я выращиваю китайскую капусту тацой. Для этого я место уже подготовил, лунки сделал. Лунки сделал я глубиной где-то сантиметра полтора и больше. Водой полил, увлажнил, чтобы семена лучше всходили. Теперь семена. Семена у меня купленная вот такая пачечка. Сейчас посмотрим внутри что. И семечки вот такие, похожие на капустные, круглые, ну, капустные же семейства, но только не крупноватые. Вот сейчас мы произведем посадочку. Посажу я пунктирно, ну, конечно, по несколько штук в кучу. Если что, так потом можно будет разреживать. Сейчас пустынка посадки. Это семена распределю. Семена распределил. Сейчас лишних уберу, что можно будет на подоконнике садить, выращивать. Убрали. И накрыть не сильно толстым слоем. Именно мелкие. Чтобы легче влазили. Ну и легенькая утамбовка. Чтобы семена прижатые были и лучше всходили. Ну, таким образом. Ну, посадку мы завершили. Подождем всходов. Шестой день, как я садил тацой. Ну, вот же выросли семена. Ну, неплохо. Конечно, не везде одинаково. Ну, нужного количества есть. Ну, в некоторых местах, конечно, густо. Но в любом случае это разрезится. Ну, теперь главное поддерживать водный баланс и время от времени прополки провести. Ну, легкое разрыхление между рядами и около растения, чтобы лучше росли. Прошло 3 недели после всходов тацоя. Вот какие они у нас красавцы выросли. Ну, за это время я поливал время от времени по надобности. Ну, и между рядами расклял чуточку, немножечко окучивал. Сильно они высоко не растут, немножечко пришлось. Ну, и прополочка, больше никаких действий. Ну, думаю, что в скором времени уже будут такой, как нарисовано на пачке. Подождем. Еще 8 дней роста, и вот такой у нас тацой вырос. Отличный, презентабельный, ну прямо как картинки. Ну, то есть за 35 дней мы уже полного результата добились. То есть в течение лета можно разы 4-5 их вырастить, выдирать и использовать их заново выращивать. Сейчас одну даже я выдеру. Покажу, вот такой у нас кустик получился, отличный, нормальный для пищи, гожий, ну, супер, короче. Ну, на этом все, вы сами видели, какой результат. Спасибо всем за внимание, до следующих видео.